Маленькому Максуту Калаку 9 лет. Он с семьей живет в селе Жуковка, что в Кустанайском районе. У мальчика двухсторонняя нейросенсорная тугоухость 3-4 степени. Для полноценной жизни ему необходим слуховой аппарат, благодаря которому Максут будет слышать мир. У мальчика есть мечта. Этот аппарат стоит очень дорого. У родителей нет возможности купить его, поэтому я и хочу им помочь. Все творческие люди Кустанайской области объединились и организовали концерт. Мечту Максута исполняют не только творческие коллективы области, но и обычные граждане. На концерте были установлены ящики для сбора средств, где каждый мог внести лепту в исполнение главного желания мальчика. Я хочу сказать, на концерте всем, я всем всем хочу сказать спасибо от всей души. Вот кто приехал, всем семейное счастье, благополучие, самое главное здоровье. Успехов у каждого дома, чтобы радость была. Старший брат Максута, Адлет, тоже имеет инвалидность по слуху. Недавно Адлету неравнодушные люди собрали 740 тысяч тенге на слуховой аппарат. В таком же высокочастотном аппарате нуждается и маленький Максут. Дети очень открытые, отзывчивые, веселые. У них в глазах столько надежды, они верят, что все получится. Если все наши жители, жители нашего города, гости нашего города, если могут помочь, хоть внести маленькую лепту небольшую, то этому ребенку мы, несомненно, поможем, соберем нужные средства, чтобы оплатить его лечение. Собранную сумму организаторы концерта вручили родителям маленького Максута. Однако до заветного аппарата этих финансов недостаточно. Волонтеры будут и дальше организовывать мероприятия и содействовать в этом вопросе. Ведь пока Максут растет, есть надежда на то, что сможет научиться говорить. Манарбек Усколов, Динара Абдирова, РТН.